Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о моральном авторитете и подотчетности. И, наверное, последнее, что я хотел бы сказать в плане подотчетности в семье, это подотчетность в отношении, взаимоотношений со своей супругой. Конечно же, вы не можете быть подотчетными в ваших отношениях с женой самой супруги, но я думаю, что для этого у нас есть дети. Во-первых, как бы мы ни пытались скрывать истинные отношения с женой, дети все равно это видят. Это не просто люди, которых вы родили, это люди, которые живут с вами большую часть своей жизни. При этом они живут в достаточно таком закрытом помещении, в очень тесных взаимоотношениях. И они видят не только поступки, они слышат не просто слова. Понимая, зная вас, они четко знают, почему вы это сказали или сделали, и что было мотивом. Они понимают, когда мы раздражены, они понимают, когда мы правы, когда мы неправы и так далее. И вот здесь возникает у многих детей, возникает вот некое такое, знаете, вот расхождение, когда они видят одно, а от вас либо вообще ничего не слышат, потому что вы не пытаетесь даже говорить об этом, а во-вторых, если вы что-то и говорите, то это расходится с тем, что видят дети. Вы скажете, что, возможно, они все не так понимают, но если мы поговорим, если вы потратите какое-то время, чтобы пообщаться с детьми, выслушать их мнение, то вы обнаружите, что, скорее всего, они все правильно понимают. Вы были неправы здесь, вы были неправы там, ваша супруга была неправа здесь, но вы неправильно отреагировали и так далее. Поэтому я бы хотел вам дать совет. Если вы хотите помочь вашим детям, мальчикам быть отцами и мужьями, девочкам, женами и матерями, хорошими, начните быть подотчетными вашим детям в отношениях с вашей супругой. Будьте открыты, сами заводите разговор, не ждите, когда дети придут к вам и зададут вопрос: «Папа, а почему ты вот накричал на маму?» Или «Почему мама вспылила, а ты не отреагировал?» Или «Почему ты поступил несправедливо?» и так далее. Если вы видите, где-то чувствуете, понимаете, что вы не правы, вам нужно делать шаг навстречу, делать его первым. Начните говорить с детьми. Соберите детей и скажите: «Я хочу быть подотчетным вам в моих взаимоотношениях с мамой. Поправляйте меня. Помогите мне быть лучшим мужем для вашей матери, чтобы она была счастлива». Не бойтесь признавать ваши ошибки, какое-то ваше несовершенство. Это совершенно нормально. Все, что нужно и что сработает действительно позитивно, это когда вы открыты для своих детей, для того, чтобы быть подотчетными, чтобы они вас корректировали.